вот эти упражнения мы уже рассматривали, то есть это можно серию с гантельками делать, когда фиксируем на ноге, либо и на локтевом сгибе. Еще один вариант – это вот фиксируем резину. Напомню, когда мы работаем от себя, мы фиксируем резину внизу. Когда работаем к себе, фиксируем на верхнем уровне, где-то как раз на уровне плеча. Итак, основное – отошли, вытянутая рука. Руку мы забрали. И вот здесь начинаем работать всем корпусом вращения. То есть идет плечо, таз. Отсюда крутим корпус и выбрасываем прямые боковые. После чего, соответственно, переходим то же самое делать. По воздуху, но лучше прыжку, на котором мы ставим именно точку приложения и перехода на следующее движение. Наша задача быть безостановочной. То есть, если мы хотим наработать двойку, соответственно, мы наносим три удара с ускорением. То есть, если мы будем делать это линейно, то получится пауза, пауза. Здесь же, за счет вот этого кольцевого движения, мы получаем дополнительную траекторию для разгона и, соответственно, более мощного удара. И мы можем комбинировать уже боковой и прямой, либо боковой. Освоив это на месте, обязательно это делать в движении. Ищите, пробуйте.